15 октября 2020 года. Обычно в этот день я закрываю купальный сезон в обед. Но в этом году решил закрыть купальный сезон вечером. Солнышко в закат. Посмотреть, сколько народу на пляже. Воздуха сейчас плюс 20, вода плюс 21. Посмотрим, что у нас на городском пляже. Вот, показываю, что солнышко в закат уходит, видите, вот, за море туда. На закрытие купального сезона прибыли мои друзья. Вот они все здесь сидят. Все знают, что 15 октября закрываю купальный сезон. Они прибыли посмотреть, как это будет. Слышите, поддержка, да? Ну что, закрываем купальный сезон? Закрываем. Ой, а тут у меня спортсмены уже есть. Кто тоже не закрывает купальный сезон? Так, а здесь? И здесь купаются люди. Народ продолжает купаться, а я закрываю купальный сезон. Хорошо видно меня? Да. Всем хорошо видно? Друзья, сегодня 15 октября, и я закрываю купальный сезон в Выборге. Для себя лично. Ну, люди у нас еще кто-то моржи, они будут купаться, конечно. Я уже тут посмотрел, показал вам своих зрителей, которые участвуют в этом деле. Поэтому я пошел в воду. Воду я проверил, вода хорошая. Очки вручаю своему оператору. Так, снимайте меня, люди в кадре. Я пошел. Вода. Камера не выключала еще, нет? Зубы два. Пошел сейчас закрывать. Тарас, закрываем, купальный сезон. Оператор, я на экране. Камера работает. Дубль 3. Вот такая вода. Дубль 3. Купаемся, заново закрываем. Я извиняюсь, что камера плавает. Я на воде, и у меня волной толкает меня постоянно. Тоже купаться идет. Ну давай, давай, давай ко мне. Шикарная вода. Наверное, еще рано закрываю купальный сезон. Надо еще, наверное, покупаться будет. Да я не один такой, тут нас много, вон.
приходят купаться. Тоже купается народ. Вон. Итак, я купальный сезон закрыл. Эстафету передал рыбакам. Завтра объявляю похолодание. Ладно, пусть не завтра, пусть с понедельника будет. Пусть люди выходные отдохнут. С 19-го объявляю похолодание. И начинаем рыбный сезон.